Вы смотрели про них фильмы и читали книги, а теперь их можно увидеть в полную величину и даже потрогать. В Чебоксары приехал знаменитый динопарк «Рекс». В экспозиции 20 уникальных копий. Над их реалистичностью работали гонконгские ученые-палеонтологи. Динозавры не только выглядят как настоящие, но и повторяют характерные движения огромных рептилий. Рядом с каждым экспонатом есть описание с названием динозавра и интересными фактами. К примеру, это карнотавр – хищник, который жил на Земле больше 60 миллионов лет назад. Ящеры отличают выросты над глазами и короткие передние лапы. А вот птеродактиль. Я увидел птеродактилей и других динозавров. И мне понравился тоже птеродактиль. Он летает, и он всех может издалека увидеть. Динозавры очень классные. И они еще двигаются, вот это прикольно. Потом мы еще туда походим. Мне еще нравится, когда вот в яйцах они вот такие маленькие. Все интересно. Первый раз все вижу такое. Все вот эти динозавров. Вот такого все-таки никогда не было. Много тут интересного написано даже перед динозаврами. Читаешь все, рассказываешь ребенку. Ограничений по возрасту в динопарке нет. Кроме выставки, в парке работают батуты, детский городок, кинозал и зона археологических раскопок, где каждый сможет почувствовать себя исследователем. Все это входит в стоимость билета. Наш билет действует целый день, с 10 до 10 часов можно выходить, пойти покушать, там сделать свои дела и вернуться обратно. Парк будет работать в Чебоксарах до конца января. Контактная информация на ваших экранах.